Hey, what's up, you guys? It's Phil Heath. I'm here over in Moscow, Russia, and you're watching Body Mania. Thanks. Всем привет, вы на канале Body Mania. И сегодня нас ждет крутое событие. Нам в Россию приехали такие звезды, как Фил Хит и Декстер Джексон. Нас ждет открытая тренировка с ними. Давайте посмотрим. Какой ожидать эффект, когда медицина на службе у спорта? Идеально подобранные ингредиенты. Многократные клинические испытания. Реал Фарм. Результат вас приятно удивит. Всем привет, мы на канале Body Mania. Сейчас здесь присутствуют два самых крутых бодибилдера мира. FBB Pro Декстер Джексон и Фил Хит. Шестикратный, да, он? Да, киваю, да. Вот. А Декстер сзади там качает чьи-то ноги, а Фил где-то в толпе потерялся. Вон там Фил качает спину. Вот так вот. Ну, поскольку ничего не афишировали, народу не так много, хотели просто тихо, спокойно все провести. Вот, но в дальнейшем в этом выпуске вы увидите мнение очевидцев, которые все это видели. До конца. Slow. Six. About five. Come on. Come on. Good, good. Slow. There you go. Good job. Good. Two more. Come on. Еще два, еще два. Work on, work, come on, work. Работай, работай, работай. All the way down. All the way down. До конца, до конца. Slow. Slow. Come on, up. Сжимай, сжимай. There you go. Пятки. All right. Good. Привет, меня зовут Аня. Мне посчастливилось выиграть персональную тренировку с мировой звездой бодибилдинга, с Декстером Джексоном. И сейчас прошла тренировка адская, просто ног, что я даже не чувствую вообще все мышцы. Все трясется. Безумно благодарна этой компании 5LB за предоставленную возможность. Приветствую всех, я Паада Петриашвили. Сегодня мы находимся в Алекс Фитнес Коломенская. Вот тренируемся здесь, просто мотивируемся, ходим. Здесь тут рядом два мистера Олимпия тренируют, сам Декстер Джексон, Фил Хит. Но это как всегда так бывает, понимаете? Честно говоря, сейчас, если серьезнее, то это два самых топовых на данный момент в мире спортсмена. Это Декстер Джексон, великолепный Декстер Джексон, лезвие. Как у него прозвище, мы знаем почему. И, конечно же, это сам действующий мистер Олимпия Фил Хит. Я считаю, что это два самых лучших спортсмена на данный момент, самых топовых, самых результативных. И, естественно, находиться с ними в зале — это очень большая честь. Я думаю, все люди, которые сегодня здесь оказались, это для них очень большой такой сюрприз — увидеть воочию, пофотографироваться, пообщаться, послушать кое-какие рекомендации этих выдающихся спортсменов.
Hello, Phil, once again. We have some questions for you. And the first question will be, how was your training so far? And what are your impressions of this particular fitness club and of fitness clubs in Russia in general? I would say the fitness clubs in Russia have been very good. This gym in particular, it looks really good. I mean, there's a lot of good equipment. I like the energy. A lot of people moving a lot of weight, so that's always great to see. Да, конечно, мне этот зал очень понравился, и в целом мне залы в России понравились. А что касается конкретного зала, то он большой, просторный, и здесь очень много разных тренажеров, и они свободные, можно свободно тренироваться на них. So, the next question, it's about the calorie intake a day. So, how many calories a day do you eat? Usually try to get in 4,000 to sometimes 6,000, just depends on where I'm at in the world, if I'm in Colorado. But when you're doing these appearances, it's very, very difficult. Дома у себя он старается потреблять как можно больше калорий. Собственно, количество варьируется от 4000 до 6. Дома намного легче питаться, но вот в таких вот именно путешествиях держать свою диету намного сложнее, но он все-таки профессионал и старается удерживать вот как раз-таки калораж хотя бы на нижней планке в 4000. So this question is tricky, because the prize pool, for example, for some gaming shows, like Dota 2, the international, they are like 10 times bigger than the prize pools at the Olympia show. Do you think that it's fair or unfair? Like, you mean like game show? Or I don't understand. For example, like the Counter-Strike, some championships, like... like MMA or boxing? No. Video games. Oh, video? Yeah. Maybe I should learn how to play video games better. But I think what it comes down to is... the involvement of sponsors. When there's more involvement of sponsor, big corporations that put money into it, we all know that with video games, it's billions and billions of dollars of just on one game. You know, you play Call of Duty or something, it's big money. This is a big industry, but in competition, we need more larger corporations to back the sport. If we had Sony or Samsung, you know, backing us, big companies that invest, there would be more money probably for its athletes. Ну что, Фил сказал, и действительно так это и есть, поскольку в компьютерные игры играет очень-очень много людей, и у компьютерных игр огромная поддержка огромных компаний, и там крутятся просто миллиарды денег. И если бы бодибилдинг поддерживали такие компании, как Sony, Samsung, то и, соответственно, призовые на Олимпии были бы больше. И весь вопрос как раз-таки больше в коллаборации некой, в сотрудничестве с грандами спортивных, возможно, брендов. Всем привет, с вами Дамир Сатрудинов. Может быть, кто-то из вас знает меня по группе Мистер Олимпия. И сегодня я помогал ребятам с канала Бодимании работать с Филом. Перевели его небольшое интервью, такое коротенькое, после тренировки. И в целом, какие впечатления? Зал, да, действительно хороший. Он тренировался сегодня с победителем конкурса, которого зовут Олег. И он показал несколько упражнений на грудь и на спину. И, конечно же, акцент был сделан не на чисто рабочих весах, а на работе над ошибками, поскольку Фил показывал должную технику, как нужно выполнять упражнения и какие мышцы должны работать. Так что вот такая вот была сегодня тренировка. Фил остался доволен. И подписывайтесь на канал, следите за новостями. Впереди еще много всего интересного.